Вчера вечером, когда стрелки часов предательски опустились на полшестого, в Екатеринбурге на сортировке «Газель» поколения «Next» прекратила трамвайную циркуляцию, невзирая на час пик. Недалеко от конечной станции «Семь ключей», а точнее возле Кишиневской, подвиг Анны Карениной неудачно повторила носительница фургона, аккуратно с ударением, «Луи Дор». На ее несчастье номер маршрута того паровоза оказался 13-м, и «Газель» показала брюшко, завалившись на левый бочок. Заваленным оказалось и трамвайное движение в обе стороны, и в столь напряженное время в плен попали все трамваи, въехавшие на техническую. Кроме машин с полицейскими, на место крушения людских надежд нормально добраться с работы домой приезжала и скорая помощь, хотя сообщение о том, что кто-то в этом трамвайном инциденте травмировался, официально не было. Стояние в рельсовой блокаде продолжалось не менее 3 часов, а значит виновнику, а таковым наверняка будет газелист, придется раскошелиться не только на поправку помятого бампера и разбитой правой фары Татры, но и на компенсацию убытков от простоя целой сортировочной ветки. Что же касается очевидцев, то все они, и стар, и млад, не сговариваясь, задавались одним вопросом: а как это? Как она тут вообще оказалась, я даже и не знаю. Или он ее столько времени тащит? Интересно, как она туда попала? Кто ей помешал?